первой. Аудитории пилотной серии картины «Стрим» стали члены жюри и зрители российского фестиваля сериалов «Пилот», который проходит ежегодно в городе Иваново, начиная с 2018 года. Тогда, в 2021, «Стрим» одержал победу сразу в двух номинациях: «Лучший пилот, выбор зрителей» и «Лучший сценарий». Продюсеры проекта поняли, что движутся в правильном направлении. В настоящее время съемки новых серий картины еще не ведутся, но, как пишут неофициальные источники, сценарий полностью готов. Скорее всего, премьера второго сезона сериала «Стрим» состоится не ранее осени 2023 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.